ты слышишь, Войд? Там этот поменяет, короче, я не могу, у меня просто, блядь, 300 пинга, я вылетаю из-за этого. Ну да, если вдруг побью, просто наличие это будет критично уже. Ой, кулак, лапку. Тут все по контролем. Близко. Кева, близко. Центр, под выбором, близко. Так, я, короче, зашел опять.
Еще талик. Там два талика там. ДЦ собираю вроде бы, потиху. Вот дай мурки фейри, блин, ёпрсте, если ему надо. Мурки фырки, тебе горит, не горит? Отдать тебе? Все, я в Долоран войд. Что-то. Там и Олег спрашивал, не знаю, может и он зайдет. Все, спасибо, извиняюсь. Не знаю насчет твоих. Пусть лучше в 4 будет. Пугами же нельзя ходить. Thank you.
нахилить будет, а кто-нибудь другой станет будет. Дорогу назначь, все волны станет. Да, конечно. Смысл ему чередовать, у него же без КД стал. Какая разница? Помнили. Ты бы что, не дожали, что ли? Что надо сделать в настройках, чтобы когда на текстуру наводишь, у тебя, блин, прибежать даже к телу, а не ракурс сверху смотреть. Перелогнусь, у меня спамит, что у вас нет целостности. Это назначит замедление, ошибаешь, если не назначил, не послушал. С некому за... А, ну да. Неужели прибыли, наконец, хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться? Нет, лицо как-то... Больше никак. А маги будут бафать, маги? Смерть, Артас. Быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. 8, 5, 4, 3. Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира. Так вы тоже двигаетесь.
Дальше от рыжа идите. Вы мили зону ведите. Давайте куда. Вау. Стол в чем? Давайте пойдем. У вас, короче, у Лича 75%, а вы стоите еще в начале. Кьюэ, если два раза на РД кидает ловушку, то проводи тоже. Ну, то есть смотри сам, чтобы на одном, на противоположном положении, где ты постоянно были. Каждую ловушку не надо, если только два раза на РДД, тогда просто проведи чуть дальше, чтобы выровняться с ними. Кстати, а что там по умер? Там шаркающий у медиков появился, начал бежать. Я его пока загрел, он успел волну дать в РДД. Он далеко очень бежал и успел постановить. Будет погодить, шарка на боты стоит. На которая. Джи сможет есть кого-то, да не запечатлеть. Ба. Да, пришел сейчас. Ему да, наверное. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою ордеринг. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать.
Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Герои! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира. О, да. Почему нету? Он в сторону выбежал, а не кашу. Мне пока мне показалось, что это ловушка. В сторону, в сторону, в сторону, в сторону, в сторону. Ба-ба! Да падай там. КВ, смотри, если вот, ну, просто бежишь наперед дальше, не, то есть не как, допустим, как одна ловушка, а просто бежишь дальше на две ловушки, пусть он там потом прибежит, и потом просто быстро развернуться. Тебе нужно это сделать, промежуток между ловушкой провести, а не так, как сейчас ты потихонечку себе идешь, 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 его ведешь. И что на тебя кидается ловушка впереди нас. Блять, не умеете. Да чего это? Я никуда не улетела. Не улетела никуда. Чем мне дали? Ну так если бы я куда улетела, я не улетела никуда. Да. И между прочим, я самая последняя сдохла. Вот все подохли. От чего вы тогда, получается, подохли? Если дали ГП только мне, я не улетела и была живая. От чего подох рейд? Ну, спасибо, обсудим. Бля, ребят, я, наверное, последний трой. Сейблить надо. Ага. Блять, да я лучший. Сколько у вас уже троих было? Два. А, ну если что, я могу кантом зайти. Да, это реально, Ган смог. У нас есть. Ну, помимо этого. За компанию. Что, непонятно, что ли?
Восточный. Блин, войт. Меня нахуй. Все, пиздец. Уезжаю. Это, накиньте там епшки-то. Сколько чего? Ну могу локать. Удачи уебать его. Тут суть до дела, отойти можно хоть пойти чаю заварить? Вон, я локом присуну. В идеале написано. Только чайник включу. Крест еще локу дайте, пожалуйста. А еще инту. Дайте инту, Ланар, Леон, селф-контрол, кто-нибудь инту дайте. Неужели прибыли, наконец, хваленые силы света мне? Давайте левее сместимся, вдруг чтобы ловушка не зацепила. И чуть назад. За то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Он ХП. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так, герои! Я такое не читаю. Да-да-да-да.
проверили. А у меня этот как мне салют. Салют. Бабкают. Меня схватили, я теперь кружочек не стану. Заставил. Я заставил уже. Я... Станы дайте. Кто продавал улетел? Напуливайте только нормально.
И дисполь главное сало. Центру не стойте, я буду вести потом меча и духа по центру, через центр. Вы поняли, короче, я надеюсь. Блин, у меня точки нету, точки нету. Ну-ка же умер. Да, я вот. Да, да, да. У меня нет бабы. Клопать? Yeah.
У меня КД еще. А все, добегаем, добегаем. Покажи влича чисто. Духов. Чего? Ну, кто умеет, покажите влича и духов. Ой, не в духов, а в валькир. Воинов, которых знал мир, и отдал их в мои руки, как я и рассчитывал. Тебя следует наградить за этот невольный подарок. Смотри, как я буду воскрешать их. И превращать воинов в плеть. А у меня будет вот это что-нибудь в этот, как его, по квесту, да, в личи? Что-то должно быть. Да, да, можешь. Вместе тогда сделай. Да. Крючок там, в нем много всяких дорогих вещей. Последнее благословение. Дай мне силу. Да. Я зашла, никого там не было вообще. Ну да, не авторизировано. Бати Тартас! Твоя ненависть не заберет больше ни одной жизни! Наконец, я свободен. Все кончено, сын мой. Ты коня Нролом взял в прошлый раз. Поднимитесь, воины света! И вот я стою. Как лев пред агнцами, и не дрожат они. Им неведом страх. Yeah. Не, хватало на второй волне, когда скринение было. А на скринение было молоки, и Валька схватила руку. Нет у меня сундучка, что за херь такая? Задай, пойди сейчас, вот этот предмет. Ну, открой его и потом поздавай все эти предметы. А, есть, да. Я, видно, автоматом взялся. Ци тоже идет? Oh.
Я себе сам начислю и пойду. Надо бежать. Накинь мне роги 500 ЕП за лича. Да.